Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Миниатюры и Диорамы. Заказ я практически закончил, жду высыхания смолы, поэтому появилось свободное время на выпуск роликов и монтаж. В последнее время я очень сильно увлекся моделями из дерева и собрал маленькое судно от фирмы Falconet. И сейчас, если вы следите за моей лентой ВКонтакте, у меня лежит Виктори, парусник адмирала Нельсона от фирмы Дайгостини. Но я не знаю, буду ли я собирать ее для канала, или просто это будет моим вечерним развлечением. Итак, Falconet — это российская компания. Есть еще одна российская компания, SV Model. Но она уже занимается немного другими вещами. Она производит строение, здания в разных масштабах. На данный момент это избушка на курьих ножках в масштабе 1 к 35. В комплект входит платформа травления для того, чтобы все двери были действующими. Внутреннее строение, то есть будет и внутри еще печка. И, как видите, все самые мелкие детали даны в дереве. Единственное только, сами куриные ноги напечатаны на 3D принтере, их надо будет немного обработать. Что же у нас находится внутри? Внутри у нас находится инструкция. Кстати, инструкция довольно-таки подробная. И в ней даны все обозначения элементов и пошаговое строение. Я бегло пробежал уже инструкцию. Мне очень понравилось, как она выполнена. То есть все довольно-таки понятно, популярно. И мне кажется, единственная сложность здесь может возникнуть только с работой с фототравлением, так как все петли будут действующие, дана проволока для создания. Данный набор для работы вот с ребенком, если вдруг вам надо увлечь ребенка чем-нибудь, идеально подойдет. Но мне он нужен немного для других целей. Я буду с помощью данного строения делать диорамку. У одной из фирм, производящей фигуры, есть фигура Бабы-Яги, ну или что-то подобное. Думаю, буду использовать ее, но пока я не уверен. Итак, что у нас находится в коробке? В коробке у нас находится две ноги, напечатано на 3D принтере. Но единственное, вот что я сделаю, скорее всего, это немного подровняю все это. Обточу дремелем, чтобы все это выглядело более эстетично. Хотя и так выглядит неплохо. Но можно сделать на данный момент самому еще получше. Внутри идет несколько пакетов с бревнами. Которые пронумерованы, и в инструкции все это указано. То есть с какого пакетика надо использовать бревна для того или иного звена. Как видите, бревна выточены вообще отлично. Где-то есть бревнышко отдельное, я сейчас покажу. То есть само по себе бревнышко выглядит идеально. И вот из таких вот бревнышек у нас складывается избушка. Звено за звено. По принципу реального сруба. Также у нас в наборе идет печка, нарезанная тоже лазером. Если вы будете делать открытые окна, то печку будет видно, можете сделать мебель. Возможно, как-нибудь можно будет сделать съемную крышу, чтобы делать внутреннее убранство. То есть здесь уже полет фантазии, как вам будет угодно. Плата фототравления с проволокой. Кстати, фототравление идет собственного производства, SV Model. Не знаю, видно вам, нет. То есть фототравление делают сами. Также
комплекте идет. Идут оконные рамы, также вырезанные с помощью лазера. Идет прозрачный пластик, как я понимаю, это PET-пластик для окошек. И очень-очень много реек. Как я понимаю, рейки будут использоваться для настила крыши. Потому что рейки идут разного размера. И они все пронумерованы. И написан их размер. Также даны мелкие бревнышки сечением 3 мм. И большие плашки 3×4. Вообще набор чем хорош, тем, что это все-таки природный материал. И мне очень сильно понравилось само выполнение бревен. Так как мне довелось знакомиться со срубами. Как видите, стыковка идеальная. Но я ссылочку дам на магазин. Но это не самое интересное, что там есть. Это, можно сказать, самый-самый-самый начальный уровень. Так как данный производитель, он производит большие здания деревянного зодчества в 72-м масштабе. Но там уже, конечно, размеры поражают. Там и церкви. И еще самое главное, что там есть для моделиста, это все вот такие вот подобные планочки, бревнышки, шпон, чтобы делать, отделывать подставки свои под работы, если вдруг вы делаете их с пеноплексом. Там можно все купить, это как расходник. На сайте все это есть. Кому интересно, заходите, смотрите. Так как производитель особо неизвестен в модельных кругах, по крайней мере, я о нем практически ничего не знал, то, думаю, многим вам тоже будет интересно. Заходите, смотрите, приобретайте и занимайтесь своими детьми работой с деревом. Всем, кому видео оказалось полезным, подписывайтесь на новые видео, ставьте палец вверх. Всем пока. Скоро ждите сборку данной избушки и изготовление льда, воды и моря для данной работы.